Все новое — это хорошо забытое старое. Очень модно сейчас такой дизайн. Чем объемнее, тем лучше. Готовим с вами типс. Я бы, конечно, смоделировала ногти верхними формами. Это у нас шикарный оттенок геля Nude Mystery. И чтобы создать объем, нам нужны гели без остаточной липкости. Здесь у меня жемчуг, но можно взять абсолютно любой, который у вас завалялся, а у мастеров их, по-моему, очень-очень много таких красочек. Поэтому достаем и рисуем кисточкой прямо по готовым ногтям, по топу, можно по глянцевому, по матовому, вот такой вот объем. Рисовать можно на ваше усмотрение, в диагональ, в горизонталь, как хотите. Можно разъединить сухой кистью для того, чтобы потом внутри пройти блестящей краской. Если у вас нет джемти красок без остаточной липкости, значит, вы берете любой густой гель, сушите его и просто обезжириваете. Всегда стараемся нарисовать минимум два дизайна для своей планшетки, чтобы клиенты посмотрели, что у вас есть. Каждый раз, чтобы клиента удивлять, нужно обновлять свои дизайны. Сушу джемти одну минуту и беру краску хром. И эта краска с секретиком. Ей нужно тоже уметь работать правильно. Заполняем полностью, прокрашиваем сверху весь наш объемный дизайн. Особое внимание давайте уделим бокам, чтобы ничего не просвечивало. Поэтому, если сложно работать кистью мазок, можно взять тоненькую кисточку. Эту краску нельзя сушить сразу. Нужно минуту дать постоять этой красочке, чтобы она зазеркалилась, да, чтобы она стала очень-очень зеркальной. Можно по желанию дополнить тонкими линиями этот элемент, сделать чуть более художественным. Просто таким мастерам, как я, очень сложно остановиться, нам все время что-то не хватает и хочется чего-то добавить. Минуту просушили хром в лампе и берем краску Platinum Silver в наборе золото-серебро. Это, конечно, космос. Она и для дизайна, и для полного покрытия сияет просто как бриллиант. Внутри заполняем с вами наш дизайн этой краской и сверху будем покрывать только хром. Топом без липкости, желательно очень быстро. Посмотрите, наш логотип постепенно меняется. Теперь наши материалы будут называться «Мастер-эксперт». А это готовые ногти. Посмотрите, какая получается красота.